приветствую, уважаемые зрители, дорогие подписчики. Сегодня у нас будет запись полного маршрута номер 6. Запись полного трамвайного маршрута номер 6. Электрон, эталон, все стоят. Шестой маршрут следует от ЖД вокзала до... Ну, короче, сейчас слышите. Мы движемся от ЖД вокзала. И если не ошибаюсь, до Миколаевщика. На моем канале уже очень редко начал заходить видео и записи маршрута. Так вот, насчет этого я буду максимально сейчас записывать видосики и выкладывать до 22 ноября, а потом уже переезжаю в Киев. И видосики будут только от Киева. Записи полных маршрутов, записи кратких маршрутов. Что будет, а будет. Если удастся купить телефон хороший, то запишу поездку от Львова до Киева на поезде. Это будет как минимум 6 часов видео. Thank you.
Первым видео из Киева, когда уже приеду, ну, то есть, которые я уже буду снимать в Киеве, не то, что мне скидывают, а мое первое видео это будет поездка на составе метропоезда от станции вокзальной до станции Дарвис. Извините за голос, просто подорвал немного голос, мне сложно говорить. У меня с ним большие проблемы сразу. Но по плану скоро он должен возобновиться.
уже видосик был новооткрытым. Точнее, как он откроется в ближайшем времени в Киеве, новый маршрут. Это будет... Я еще подбираю номер, но, скорее всего, это будет номер 500, поскольку за месяц номера 500 дали 50 маршрут, который движется от ЖД вокзала до Северной. Я решил занять это место, назад там либо 500, то у меня будет от улицы Северной до проспекта Петра Гриренко. Маршрут будет длиться максимум 2 часа, включая с пробками. У меня будет 54 остановки и приблизительно должно быть так 2 часа. Когда там выявляют, я не помню, 53 или 54 остановки, то киевляне, ждите новый маршрут. И скорее всего нового перевозчика. Или я же подбираю назву, или Киев Мистранс, или там Киев Транс, Киев Транс уже есть, там Киевской транспорт уже есть, там не можно назвать пассажирский транспорт, короче, я что-то придумаю, или открою новый маршрут в коммунальном предприятии Киев Пастранс, или открою свой автобусный парк. Ты этот тот проводник, который очень сильно меня не ненавидит. Я с ним уже четвертый-пятый раз воевал. Хотя я пока его не буду снимать, потому что в военное время и не нужно снимать с того же боя, да? Зараз мы доезжаем до центра. И потихоньку уезжаем. Пробка в центре — это привычное дело, и именно вот здесь зазвучат выбивать пробки. Дорогі захисники та їх рідні, у Львові вже 7 років працює міський центр надання послуг учасникам бойових дій. Тут можна безкоштовно отримати юридичну та психологічну консультації, реабілітацію, пільги та послуги. Центр працює щодня у будні на вулиці Пекарській, 41, телефон 067-96-28-325, 067-96-28-325. Здесь, на этом повороте, должны сделать новую автобусную остановку. Она когда-то была, но потом ее забрали. Теперь будут делать новую. Потому что там... потому что там поступили жалобы. Типа, что им... Так, что им приходится идти назад. Самой транспорт очень далеко останавливать, и им приходится идти потом назад. Ну и... Мисграда решил сделать там остановку. Ее еще нужно там запустить эту установку, чтобы она работала.
типа, чтобы была вода на карте, в положении, если типа, если вы, и все и такое. Шестерки, я там очень редко езжу, но скорее всего у нас начинаются эти шестерки из 12-ки. Автобус МАН L202, 53-й на шоу. Заболел перед переездом. Еще есть тежды, чтобы... Не, ну даже тежды и два дня, чтобы выздороветь и потом уже ехать в Киев. Не, ну если серьезно, я по плану 23 ноября уже возвращаюсь в Киев и... Как раз хорошо, что я заболел перед переездом в Киев. У меня еще есть тежды и два дня, чтобы выздороветь. Как раз хорошо. Я заболел перед переездом, то я, честно, бы не хотел болеть уже после переезда. Я хотел нормально поработать и разжиться. Нормально поработать, заработать деньги и потом уже нормально работать в Киеве. У меня есть 3 года, чтобы нормально заработать, сделать ремонт в квартире. И потом буду уже работать водителем автобуса, при этом открываю свой маршрут. Как я вам говорил, от улицы Лети Северной до проспекта Петра Храбренко. Але горло пиздец как будет. Центру форум Львів. Это мой любимый торговый центр во Львові.
центр надання послуг учасникам мобільної дії. Можна безкоштовно отримати юридичну та психологічну консультацію, реабілітацію, пільги та в ту сторону, коли я доїхав, трамвай номер 5. Зараз я якщо не ошибаюсь, трамвай п'ятерку списали вже. Ну, я його давно не видел. Так само, как трамвай 11 списала, трамвай 10 списала. Десятка ехала, это ко мне на улицу, Красочная, я там немного далее живу. И тоже до вокзала. Потом я списали, потом дали 11 списали, снова дали 11 списали. Интересует, не будут давать новые трамвайные маршруты. Ну, в принципе, так это я говорил. Все трамвайные составы номер, трамвайные маршруты номер 6 начинаются с бортовым номером на 12. Я еду сейчас не знаю на каком, но потом скажу, да. Я не посмотрел. Станция Пензанча. Тут можно сесть на электричку. Зупинка, станция Пензанча. Здесь я всегда сажусь на электричку, куда нужно, особенно когда в Тернополь еду. А в Киев уже буду ехать от ЖД вокзала. Сейчас покажу эту станцию, может, увидите. Вот она. Бортовый номер нашего трамвая 12.10. Я только что посмотрел назад, там писала. Едем мы на составе 12.10. Кстати, помню, я на него счастливый, я на него очень часто сажусь. Когда я еду через вокзал. Наступная станция трамвайная депо. The next one.
трамвай на депо. Нет, извиняюсь, не два, три. Один трамвай на депо коло приміському вокзалу, один сейчас будет, и третий будет, и третий коло улиці Сахарова. 12.06 поехал. Ну вот, и это самое трамвайное депо. Там старенькие рабочие трамваи стоят. Старенький трамвайчик. И еще какой-то. Работал. Бывает и надо. Во Львове часто информаторы могут не работать. 12.09. Девятка едет, але если не ошибаюсь, я не впевнен. Вроде тут, ну там, в девятом маршруте какие-то изменения очень часто бывают сейчас. Электрон автобус едет. Вот там уже спереди кто-то сидит.
Вот этим трамвайчиком мы с вами ехали 12:10. Это трамвайчик.